очень тяжело такие матчи, конечно, все сейчас комментировать, скажем, на горячую голову. Мне игра понравилась, это, наверное, была лучшая игра за то время, которое я нахожусь здесь, в Новокузнецке, и вообще в команде. Я ребятам сказал, что да, мы проиграли игру, но я видел сегодня рождение коллектива, рождение команды. Вот. Была живая лавка друг друга, все поддерживали, все под шайбу ложились. Да, где-то были ошибки отдельных игроков, но бывает в жизни, бывают такие вот матчи, через них надо пройти, через них рождается коллектив. И я благодарен вообще, парней поздравил, даже если мы игру проиграли, но на самом деле мы боролись, мы были лучше, но где-то немножко факт был не нашей стороны. Заслужили победу, да, мне парней очень жалко. Я Казинского прямо, ну, смотрю, они, ну, вот, лица на них нету. Что вроде столько сил отдали, что заслужили эту победу, и она вот, она вроде ее держишь, вот эта синица, она раз и улетела. Ну, бывает, но через это надо пройти. Очень тяжелая игра с большим количеством ошибок, что с нашей стороны, что со стороны хозяев. Но в конечном итоге сегодня, скажу так, нам больше повезло. Да, мы хотели, мы лезли, но больше повезло нам, и за счет этого мы выиграли игру. Но не дает, конечно, что наши игроки не выкладывались, выкладывались, да, но не все получалось. Хорошо, что закончилась в нашу сторону победа. Эти очки нам очень нужны. У команды продолжается серия побед. В хорошем состоянии сейчас находится команда. Насколько довольна ей? Ну, до этой игры было довольно-таки все неплохо. Сегодня много сил было потрачено. Это есть травмированные. Разберемся. У нас есть сутки до следующей игры, чтобы отдохнуть и уже понимать, в каком состоянии. В третьем периоде насколько было сложно, когда у Тамбова было 3 удаления подряд за короткий отрезок времени? Конечно, тяжело. Удаление всегда выматывает, особенно сегодня. Хозяева давили, лезли, нам было очень тяжело. Порты где-то помогли, отскок неудачный, но все равно потом все вернулось. Но потом можно сказать, что удача уже была в концовке на стороне, да, Тамбова. Да, я в самом начале это сказал.